Вітаю вас! Непомітно проминув тиждень, ми знову разом. І я вже за давньою традицією нашої програми в перші дні Нового року пропоную вам завітати у гості до Одеського музею нумізматики, аби разом пригадати найбільш яскраві події минулого року і дізнатися про плани співробітників музею на новий 2017 рік. Для будь-якого музею основним напрямом в його роботі є експозиційно-виставкова діяльність. Саме вона дозволяє зробити доступними для відвідувачів музейні фонди і ввести в науковий і культурний обіг унікальні пам'ятники історії. Як відомо, у 2016 році відзначалося 20-річчя грошової реформи України. Тому не дивно, що Одеський музей нумізматики всі свої найбільш важливі пізнавально-інформаційні заходи приурочив до цього ювілею. Яскравими подіями минулого року, що зібрали неймовірну кількість вдячних відгуків, стали дві перші виставки, присвячені металевим і паперовим грошовим знакам, які випускалися в Одесі на початку минулого століття, напередодні Жовтневої революції. Металічні бони представляли собою частні гроші, або, як їх ще прийнято називати, сурогати денежні. Це монетовідні денежні знаки, які випускалися рядом одеських підприємств. В частності, ними пользувались кафе, кондитерская «Фанкони», которая располагалась на улице Екатерининской, и гостиница «Норд», северная, располагавшаяся в Театральном переулке. Собственные монетные, монетовидные знаки выпускало общество «Рапид», английский клуб и целый ряд других одесских заведений. Металеві бони кондитерської «Фанконі» і готелю «Північна» за своїм виконанням були схожими. На їх лицьовому боці вказувалася назва закладу, а на звороті – номінал. Єдиною відмінністю були додатково нанесені по асонам цифри на бонах готелю. Цифри означали номера апартаментів гостиниці, а також столик, за яким происходили расчеты за обеды. Перші одеські банкноти з'явилися на рубежі 17-18 років минулого століття. Дві революції і громадянська війна привели до грошового голоду, який особливо відчувався на околицях колишньої Російської імперії. Восполнить этот денежный дефицит пыталось временное правительство, которое пришло к власти в России после февральской революции. Они выпускали деньги, так называемые керенки, двух номиналов, 20-40 рублей, но население отказывалось их принимать. И в результате проблема денежного дефицита не была решена. А это, в свою очередь, приводило к тому, что рабочим на заводах, фабриках не выплачивали зарплаты, невозможно было осуществить покупки не только в магазинах, но и на продовольственных рынках, задерживались платежи в банковской системе и целый ряд других неприятностей. И тогда, в такой сложной обстановке, 21 декабря 1917 года Одесская городская дума приняла решение выпустить собственные одесские деньги. И первые банкноты появились номиналом 3, 5 и 10 рублей. Всего была эмиссия на сумму около 5 миллионов рублей, которые поступили в денежное обращение. Причем эти денежные знаки, они принимались и имели хождение не только в Одессе, но и в Николаеве, в Херсоне, в крупных губернских центрах. До кінця 18-го року загальна сума розмінних квитків Одеси перевищила 220 мільйонів рублів. Міська влада доручила чеському граверові Адамеку, автору одеських бон, розробити дрібні номінали копійки у вигляді поштових марок і великі купюри гідністю 25 та 50 рублів.
Адамек выпускал банкноты крупных номиналов уже с многокрасочным рисунком и только на бумаге с водяными знаками. Но и это не стало проблемой для одесских фальшивомонетчиков. И буквально несколько месяцев по прошествии ввода денег крупного номинала газета «Одесский листок» сообщала, что на улице Пешоновской, в доме номер 65, была обнаружена полицией хорошо организованная типография по производству денег, купюр достоинством 50 рублей. Сучасна історія монетної чеканки незалежної України, якій була присвячена наступна музейна виставка, почалася в 1992 році на Луганському машинобудівному заводі. Цікаво, що на початковому етапі, окрім монет стандартного зразка, було випущено певну кількість нестандартної продукції. Нумізмати підрозділяють їх на три види. Монети пробні, монети експериментальні і монети браковані. Пробные монеты – это были монеты номиналами шаги. Шаги – это была фракция от копеек. В первоначальном варианте именно эти монеты должны были поступить в денежное обращение. Так вот, монеты достоинством 50 шагов, а также монеты номиналом 15 копеек на сегодняшний день являются пробными монетами. Почему? Да потому что в окончательном варианте они все-таки не были утверждены, и в денежное обращение Украины не поступили. Но после того, как были отчеканены пробные экземпляры, эти монеты были опубликованы многими авторитетными международными каталогами, попали в них, были зафиксированы и поэтому отнесены к числу пробных монет. Браковані монети, звичайно, ті, які містять помилки. Наприклад, відомі монети номіналом 10 копійок з двома аверсними боками, прикрашеними гербом України. А ще до бракованих монет відносяться грошові знаки, співвідношення аверса і реверсу яких зміщено на 180 градусів. Последній вид нестандартних денег – це монети експериментальні, коли вони чеканились в різних металлах. Например, копейки чеканились не только в никелевом исполнении, но и в латуни, в бронзе. Аналогично и двухкопеечные номиналы. А крупные монеты достоинством в 1 гривну выпускались даже в серебре. Но, естественно, эти монеты в денежное обращение не поступили. Если говорить в целом о нестандартных монетах, которые были выпущены в 1992 году на Луганском машиностроительном заводе, следует сказать, что до сегодняшнего времени их сохранилось относительно небольшое количество. И они относятся к так называемым изюминкам украинской нумизматики, поскольку очень востребованы и ценятся нумизматами всей Украины. Починаючи з 1996 року, Національний банк України приступив до регулярного випуску ювілейних пам'ятних монет, в числі яких немало рідкісних українських нумізматичних цікавинок. К числу редких монет относятся те, которые были отчеканены из драгоценных металлов, из золота, серебра, биметалла, то есть при наличии двух металлов, и золота, и серебра, двух этих компонентов. И, кроме того, эти монеты были отчеканены ограниченными тиражами. Достаточно привести такой пример, что когда отмечалась 10-я годовщина независимости Украины в 2001 году, была отчеканена серебряная монета, посвященная этому событию, номиналом 20 гривен, это двухунцевая монета весом 62,2 грамма. Так вот, ее тираж был очень ограничен, всего лишь 1000 экземпляров.
И большая часть этого тиража ушла в виде подарков, сувениров для депутатского корпуса, правительства Украины, а также гостей, которые приехали на это торжество в столицу государства. Тому колекціонерам-нумізматам дісталася лише мала частина випуску, що зумовила високу вартість монети. Така ж доля спіткала золоті монети 20 і 25 років незалежності. Тираж останньої 400 екземплярів став найменшим з відомих в Україні. Самая дорогая по стоимости и тоже очень редкая, потому что тираж ее составлял всего лишь 500 экземпляров, это та, которая была отчеканена в 2012 году, когда в Украине и Польше проходила финальная часть первенства Европы, то есть Евро-2012. Это монета крупная, полукилограммовая весом, и выполнена из чистого золота 3/9. Номинал, конечно, абстрактный, 500 гривен, потому что ее рыночная стоимость гораздо-гораздо выше. Для тих, хто планує відвідати Одеський музей нумізматики на початку нового року, його співробітники підготували виставку комеморативних монет України. А їх немало – 48 золотих, 272 срібних і понад 380 відчеканених з мідно-нікелевого сплаву оригінальних грошових знаків. В експозиції сьогоднішнього дня знаходяться і сувенірні набори монет, які були очікувані в 2016 році і посвящалися 20-й годовщине денежной реформы. В число этих монет входит монета, выполненная из латуни, которая так и называется «20 лет денежной реформы Украины». На ее лицевой стороне мы видим изображение первой банкноты и первой монеты. Окрім монет, в ювілейному році були випущені і два комплекти пам'ятних банкнот. Перший присвячений 160-річчю від народження Івана Франка. На пам'ятній банкноті присутні кольорова голограма і витяг з твору великого письменника. 20-гривнева купюра вже була випущена чисто з нашого українського льна, яке буде більш довговічне, там вже нет древесних туди елементів. Другий комплект – це банкноти України, серед яких перші 50 і 100 гривень, надруковані у Канаді, з портретами Грушевського і Шевченка. В дальнейшем они не были утверждены государственной комиссией и не получили хождения. Поэтому сегодня вы можете встретить эти банкноты, они довольно редкие, но они обязательно погашены. Перфорация, на них нанесено слово «неплатежно». Мы хотим сказать большое спасибо всем сотрудникам и работникам монетного двора, которые издают такие интересные вещи, и надеемся, что они нас еще порадуют новыми шедеврами. Поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым всех одесситов и гостей города. Всем желаю хорошего здоровья, благополучия, и чтобы побольше было веселых и хороших, добрых дней. Дорогие одесситы, поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в жизни. Ок
Окрім виставкової діяльності, співробітники музею приділяють велику увагу дослідженню і публікації рідкісних та унікальних монет, а також різних археологічних пам'ятників. Таким чином, роблячи свій внесок у вивчення стародавньої історії Північного Причорномор'я. За 18 років існування музею видані 16 книг, опубліковані більше 100 статей, зроблені десятки доповідей на наукових конференціях, в тому числі міжнародних. В марті прошлого года в Одесском госуниверситете проходила традиционная международная научная конференция под названием «11-е чтение памяти профессора Петра Осиповича Корешковского». И Одесский музей нумизматики представил свой доклад «Монеты Тиры, Ольви и Никоня в новых находках». По завершении конференции был выпущен толстый научный сборник, и доклад Одесского музея нумизматики открывал этот сборник. Среди 11 представленных на конференции монет особо выделялись с точки зрения новой научной информации две монеты. Это обоюдорельефный дельфин, который был выпущен в Ольвии в VI веке до нашей эры. Дельфин, который относится к числу тяжелых, потому что его длина составляет 93 сантиметра, а вес почти 85 грамм. И он отличается от подобных ему металлических денежных знаков тем, что изображения, рельефы присутствуют на обоих сторонах литой монет. Друга монета – це ас середнього номінала, відлитий у Ніконії в другій половині 5 століття до нашої ери. Його унікальність у скороченні імені скіфського царя Скілура до двох перших літер замість звичних трьох. Цікава стаття співробітників музею була опублікована і в новій збірці «Древні культи, обряди, ритуали». В ній йшлося про похоронну вазу з символами Діаніса. По мнению исследователей, авторов этой статьи, Алексеева и Лободы, она была выпущена александрийскими мастерами где-то на рубеже первых-вторых веков нашей эры. И изображения, помещенные на этой вазе, зашифровывали текст. Текст такого содержания, что Дионис помогал умершим в загробной жизни и обеспечивал их будущее воскрешение. На нынешний год в планах работников музея уже имеется две статьи, одна по археологии, одна по нумизматике, которые мы готовим к публикации. В этих статьях речь пойдет о ритуальных табличках, которые клались в могилу умерших греками, и римские медальоны императора Гордиана III. Серед власних друкованих видань Одеського музею нумізматики – літературно-історичний журнал «Альманах» і науково-практична збірка «Вісник». Главною задачею «Вісника» Одеського музею нумізматики є виявлення і фіксація найбільш значимих нових пам'ятників нумізматики, археології, публикации их с тем, чтобы они становились достоянием украинской исторической науки и включались в научный оборот. Один з номерів «Вісника» 2016 року був присвячений відомим одеським нумізматам, дослідникам і вченим. Олександр Семенович Коцеєвський – известный одеський ученый, нумизмат, и его вопросами, его главной темой исследований были монеты Тиры. Собственно говоря, Александр Семенович за свою богатую исследовательскую жизнь
собрал наиболее интересную в Одессе коллекцию монет этого античного города, которую впоследствии подарил многим музеям. Владимир Лазаревич Петридис известен тем, что он был обладателем самой большой, самой крупной, не только в Одессе, но и на территории Советского Союза, монет Ольви. И его изюминки коллекции ольвийских монет часто попадали в различные научные сборники и публикации. Сергей Зенонович Лущик увлекался коллекционированием монет Боспорского царства. У него была наиболее полная, наиболее интересная коллекция монет этого античного государства. И, кроме того, Сергей Зенонович был известным библиофилом. Друкарська продукція музею безкоштовно розсилається в історичні музеї, бібліотеки і громадські структури, діяльність яких пов'язана з вивченням культурно-історичної спадщини України. Тираж кожного видання не перевищує 100 екземплярів. І тому з определенним періодом времени ці публікації становятся библиографической редкостью. Возникает необходимость их переиздания, редактирования. И в прошедшем году мы переиздали все 8 выпусков нашего альманаха, на базе которого была впоследствии издана книга «О чем рассказала монета». Існує і телевізійна версія проекту «Про що розповіла монета», познайомитися з якою можна на музейному каналі YouTube. А у новому році планується видати другу частину друкарської збірки. Одеський музей нумізматики, створений з громадської ініціативи групи ентузіастів 18 років тому, і в наші дні сповідує принцип відкритості і доступності. Вхід і музейне обслуговування залишаються безкоштовними для всіх категорій відвідувачів. Музей зарекомендував себе не лише як цікавий виставковий простір, але і як авторитетний освітній майданчик для всіх, кому цікава історія нашої країни. І дуже болісно, що останніми роками продовжувати свою діяльність його співробітникам стає все складніше. 3 года назад на стартовой странице нашего сайта мы поместили открытое письмо в 3 языковых версиях на русском, украинском, английском языках, в котором изложили суть нашей проблемы. С утратой большого филиала в центральной части города, которая называлась «Галерея Монетный двор», мы утратили до 80% наших выставочных возможностей, но не только. Нам пришлось больше, чем в 2 раза сократить режим работы базового филиала на улице Греческой, отказаться от многих наших научных, выставочных проектов. И причины этому изложены в этом открытом письме. Мы выразили надежду, что большое количество наших почитателей, как в Украине, так и за рубежом, наших постоянных пользователей, с пониманием отнесутся к нашим проблемам, прочитав это открытое письмо, и поймут те причины, по которым музей нумизматики вот уже несколько лет лишен возможности проводить полноценную музейную деятельность. Ну, слабым утешением нашим почитателям может служить то, что большинство музейных проектов, публикаций, выставок, выложенные на нашем музейном канале в YouTube, и любой желающий с ними ознакомиться, либо освежить в памяти, может сделать это легко, перейдя по соответствующей ссылке. Та все ж таки співробітники музею з оптимізмом дивляться у майбутнє і продовжують поповнювати музейні фонди. Останньою новинкою стала срібна монета номіналом 5 гривень, присвячена року півня.
До речі, вона завершила серію «Східний календар». Как утверждают астрологи, петух – это символ обновления, символ начала чего-то нового. Вот и нам всем, наверное, хочется, чтобы в нашей жизни наступили перемены. Как в каждом доме, в каждой одесской семье, так и в масштабах нашего города и нашей страны. Ну вот, какими будут эти перемены, положительными либо нет, зависит от каждого из нас, потому что петух, он всегда помогает тем, кто проявляет силу воли, кто борется за осуществление своих планов, своих целей. С Новым годом, дорогие одесситы! Мира вам и счастья! Сьогоднішній випуск нашої програми добіг свого кінця. Чудового вам настрою і зустрінемось, як завжди, наступного тижня. На все добре!